Следователи проводят проверку по факту смертельного ДТП в Удмуртии. 28 мая в Глазовском районе съехал с дороги и перевернулся экскурсионный автобус. Он следовал из Ижевска в Кировскую область. В автобусе ехали дети, водитель скончался на месте, маленькие пассажиры получили травмы, но помощь медиков им не потребовалась. Надзорные органы проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.